конкурс. Дети читают стихи. Специальная номинация. Я пишу стихи. Бунеева Марина, 13 лет, 6 Б класс. Князь-Волконская школа номер 2. Хабаровского района, Хабаровского края. Стихотворение «Ежата». Автор Бунеева Марина. По тропинке, по дорожке, той, что в лес ведет гурьбой, побежали 5 ежат. Вместе, дружную семьей. А зачем же в лес бежали? Земли некий, чтоб собрать. Забежали в лес ежата. Нашли ягоды ребята. Стали быстро собирать. Маме с папой показать. Собрались домой ребята. Но тропинку не нашли. Испугались вдруг ежата. Ну куда же нам бежать? Ночь подкрадываться стала. Что поделать? Легли спать. В тишине ночной, глубокой. 5 ежат в пещерке спят. В тишине ночной, глубокой. Вой вдруг испугал ребят. 2 волчицы, 3 волчонка воют ночью громко, громко. А в пещерке 5 ежат в сильном ужасе дрожат. Пусть они пройдут скорее, но быстрее же, быстрее. Ведь любому очень страшно, если ночью он однажды вдруг останется в лесу. Волки рядом смерть несут. Но уж, к счастью, тех лежат, волки обошли сторонкой. Так ребята были рады, но запомнили ежата, что отныне без нужды в лес ходить мы не должны. Утром ранним земляничкой побежали невелички все к родителям быстрее показать им свой трофей. Все про лес им рассказав и урок им свой назвав, детям в лес ходить нельзя, вы запомните, друзья. А родители их ждали, очень уж по ним скучали. Родители, цените, очень сильно их любите.